Сегодня мы знакомимся с игрой Long War 2, модификацией War of the Chosen и Long War... XCOM 2, точнее, Long War тоже 2. Все, 2. Стартуем со жнецов. Погнали. Для тех, кто смотрит в записи, это самый первый, самый важный трай, победный, новый. Пытаемся пройти на максималке XCOM 2, War of the Chosen, Long War. Первая миссия, если серьезно, конечно, это уже далеко не первая попытка. И прошлое запоролось... Прошлое я запорол... В общем-то, похожим образом, как и предыдущий, но... не сделал в тот раз, я думаю, нужных выводов. Надо действовать, конечно, гораздо менее активно с точки зрения действия сопротивления. То есть материалы, вот собирать и прочее. Если у тебя нормальных разведданных в регионе нет, не стоит, потому что ты с высокой вероятностью получишь активность пришельцев, которую не сможешь заметить. То есть ситуация, когда я всех переключаю на материалы, она, конечно... Ну или всех переключаю на поиск рекрутов. Ну что, ради лута все? Или... Хотя нет, здесь можно гренку обычную кинуть. Но у них много хп, я вряд ли сниму 5. А скорее там от 2 до 5 идет. Поэтому 3-3-2. Почти 3-2-2. Побежали, мы стреляем. Минус 1. Лут. Минус 2. Минус 3. Один остался. На самый базовый. Ой, все-таки вы здесь вышли, да? Ну, тогда это ре, потому что мне тут фланги. Так, дрон еще. Кого? Кого-то сверху. Оглушение героя. Ай-яй-яй-яй-яй. Там еще лутецки, скорее всего, не заберу. Все равно попадает по дезориентации. И сейчас самый критичный момент. Да, тогда не будем продолжать. Оба попали, несмотря на дезориентацию. Там меньше 50% шансов, но... Увы, попали. То первая миссия, это у тебя 4 бойца против 10. Ну, при том, что более-менее статы соответствующие. Спулили, что ли? А ты откуда здесь взялся? Капец, вся карта. А почему здесь отдельный товарищ был? Мы попробуем их ловить на на подходе. А я делаю вот так вот просто. Первым должен прилететь дрон. Теоретически. Ну, подходите, гады. У меня есть кофе. Опа. Первый пошел. Второй забирается. Ребят. Два. Третий где-то снизу. Ай. Да ладно, еще стреляет. Мимо. Отлично. И дрон. Да куда ты стреляешь вообще? И еще забирается. Нет. Живем. Бомба Шфлойра. Кричит Фомбич. Дыра у нас. У нас пробитие, сэр. Так. Ой, выходит как раз по заказу еще один пак. На, сразу пятерку в лицо. Словил сектоид. Глазадый. Это победный трай. Уже положили сектоида одного. Уже он лег, отдыхает. Ё-моё, вот это скиллуха. Здесь сразу фланг. Здесь сразу фланг. Везде фланг. Начинаем работать. 87 раз. Изи. Уносите. Безупречно. Видите, 10 человек положили. О, концентрация. Направленный щит что дает? Выбранный противник получает минус меткости к шансу критического урона против вас. Выбранный противник получает 20 к меткости и к шансу... Нифига себе. Минус шанс крита. Очень классная штука.
Сканим миссию, но не нашли. Эвакуируем ВИПа. Погнали. Хорошо. Так, ВИП эвак вижу. ВИП правее. Близко очень ВИП. Обходим слева. Даже вот так отошел бы. Как? Я не могу понять. Ну вот как он меня видит? Там же стенка. Там же тупо пол. Они опять через пол стреляют. Половые воины, блин. И второй пак. Я флангуюсь. Пошла аркада, друзья. Ну как ты, ну ёппересете! Время молиться. Надеяться на то, что это будет пси какой-нибудь. Это хорошо, мы с Сектоида убиваем. Привет, Крис Хунта. Дезориентация. Вот это... А, Overwatch, хорошо. Здесь... Мимо, хорошо. Даже не знаю, подходить или нет. Лучше два раза, наверное, по 45 выстрелить в надежде на... Эх, красава. Аркаша работает. Еще давай добей просто его. Почти. Ну, сейчас сектоид будет работать, блин. Конечно. А, и зомбаря поднимает. Слава богу, что он по пси начал заморачиваться. Это прям радует. Слушайте, надо рашить сейчас будет уже. Потому что подкрепа, потом следующая подкрепа. Осталось там от 1 до 3 людей, кроме этих. Овер, понятно. Так, тут у нас дуплет. Гарантированно убьем. Ладно, давай выстрели просто. Для начала. 30% есть шанс. Ай, молодец. Я не хотел его гранаты убивать, видите. И правильно делал, что не хотел. Перезаряжаемся. Все, и сейчас идем спасать ВИПа, а у нас эвак там рядышком. Вот он ВИП, вот он эвак. Открываем. И у нас появляется инженер. Сама доброта. Да! Может, если что, помочь с рабами. Дэн Руса спасаем второго инжа. Не буду я за дроном бегать его искать. Ну, типа, чтобы... Чтоб лут дополнительный был. Ну нет, так нет. Все равно должны все получить повышение. Молодцы. И главное, здесь мы подкачали, наверное, 3, получается, леммингов. Сейчас командирским правильно раскидаем их, кого куда. Я начну с рейнджеров и со снайперов. Сделаю по 3, как минимум, штуки и тех, и других. Отталкиваемся от 3 людей. И тут вот разбойное нападение. Лемминги пошли. Окучиваем как можно больше грузов. Кидаем сразу эвак. И дальше принимаем решение, идем ли дальше. Ну, в зависимости от того, где противники, как они стоят туда-сюда. Эти supply crates. Нас тут ничего не давит по срокам, так что можно подходить аккуратно с... по полходика, с оверами, с как надо. У нас тут чисто лемминги, никаких дополнительных ролей. Погнали. Главное, чтобы сейчас еще кто-то не появился. И сразу вызвать эвак. Здравствуйте. Добрый день. Минус 1. Минус 2. Ну и дистанция тут такая, что... О, там третий еще проявился. Так, бежит, видите? С Пулиным. Мы собираем материалы. Нет, мы вызываем сразу... Эвак. Это раз. Это 2. Возьму 3, но это риск. Да, и мы спулили 2-й пак. Это плохо. Активно 4, один справа будет подбегать, но он обычный. Мимо. Ну там full cover, дым.
Побежал, хорошо. Есть попадание еще. Ай, молодцы. Еще минус один. Этот на овере. Этот бежит. Фланг, что ли? Фланг. Блин, плохо. Там попал. Ну, царапина. Да, оверы будут. Плюс двое встали под гренку. Я пойду сейчас рашить. Ну, потому что нас много, и мы реально можем сейчас их убить всех. Сейчас посчитаю только количество людей. Да, 6-3-9 максимум уже все. Блин, шестью леммингами я выполнил эту миссию почти идеально. Да, они тырят крейта, но мы вообще, во-первых, всех убили на карте леммингами. Шестью леммингами всех убили. Только один лут пропустили, не получили ранений. И собрали почти все материалы. Так что просто эвакуируемся. В результате миссия просто чисто как по учебнику. То есть мы взяли на эту миссию леммингов. Мы собрали 75% ресурсов из возможных. И убили всех врагов. 9 из 9. Только 3 отдали, представляете? Без ранений. Прекрасно, молодцы. Сейчас все уровень получат баг сразу. И еще привезут материалов пачку. Там, наверное, 50 материалов, десяток сплавов. Ну, пожалуйста, 49, 8 сплавов, 2 кристалла, ядра, модифицированное расширенное автозаряжение. Хорошо, хорошо. Препарировали труп солдатика и гибридные материалы исследуем. После гибридных лазерные, гибридные это еще наножилеты. И две миссии. Погнали. Да, неплохо. Начало хорошее. Хоть сохраняйся прямо, а? Так, ну здесь аккуратно, Михаил. Второй месяц, соответственно, тут люди. Ага. Кажется, через мост надо будет проходить. Ненавижу эту... Да, это мост. Ну, ниндзя пытается увидеть, что у нас впереди. Да, это мост. Сложная миссия будет. Ну да, идут на меня. 4 человека сразу. Сейчас с пулей должны уже. Да, погнали, блин. Царапина раз. Сектоида царапина 2. Гренка, кажется, под левым. Мимо, да? И ниндзя спалили. Ну, капец. Овер. 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 Так, слишком много оверов. Захват дрона прямо сейчас мне ничего не даст в любом случае. Так что, то есть, если его захватывать, то на следующий ход. 50%. Хочется, конечно. Ладно, погнали. Есть! Дрона захватили сразу. По нему могут пострелять, на самом деле, но на следующий ход. Сейчас возникает вопрос... Возникает вопрос... Ну да, рваться мне сейчас нужно просто вперед этим. Все, дрон уже будет танковать. Главное, чтобы сейчас, блин, добежал этот пулеметчик. С богом. Раз. Мимо. И второй выстрел. Сектоида. Нет, не стал. Отлично. Ну, тогда успехов им. Я кидаю гренку сразу по этим двоим. Снимаю Overwatch. Раз. Потому что сектоид с большей вероятностью тебя контролить будет, чем наносить урон. А вот эти товарищи, да. И пострелять могут, и гренку кинуть могут, и... Сняли наблюдение. Отлично. Ладно, дебютом стреляю так. И овер. Там же фланг будет, что-то я не сообразил. Все, дрон наш. Оп, овер. Попали разок. Не попали второй. Он спрятался и стреляет, блин, по... А, хорошо, он пытается подконтролить мне специалиста. Ничего страшного. Не паникуй, блин. Этот по дрону стреляет, так и должен был. Нет, по випу, ты чё? Охренел, что ли? А... Что? Что? Я закрыл игру, я не понял, почему. Почему? А, паника! То есть, если специалист паникует, дрон выходит из-под контроля. Так ты же его уже сломал. Ах ты пес. Блин, это не баг. Это не баг. Сори, ладно. Ладно, перезапускаем. Не, я... Что? Что?
Капец. Блин, и сейва нет на ход. Ёпарэсэ ты... 55, уже другие вероятности. Ломаем. Сейчас могут мне убить випа, могут попасть по бегущему этому. Ну, я сам виноват. Я думал, что это баг и закрыл игру. Полиция Трайф уже выехал. Ну, выходи, чего? Бери паспорт, вещи первой необходимости и выходи. Во, все, попали уже. Уже у меня беда тут есть. Гренка пошла. О, кавер сняли зато сейчас. Еще лут. Ага, вот и выходит кто-то. Два человека. Три человека. Овервотчи есть, но они могут, блин, пострелять, и без каверов здесь. Двое падают, стрелок наверху остался. Так, это опасно. Здесь пробуем хотя бы этого забрать. Или ранить, 86. Очень плохо. Вот если бы не спулил эти два пака, было бы совсем по-другому. Взлом идет. Может, дрон потанкует. Дрон потанкует, хорошо. Первый выстрел. В идеале еще, чтобы офицеры снизу тут стреляли по дрону. Кажется, и этот тоже постреляет по дрону. Отлично, овер. Этот что? Забирается, наблюдение и... Дрон? Дрон! Дрон-чемпион! Не, ладно, погнали. Он раненый. Надеемся на то, что он не попадет. Он попал, ранение. Я еще не с той стороны его убил, потому что подставил фланг. Блин, его сейчас следующий ход могут убить. Может, офицера мы флангуем? Да что ж, ну как, ну что, ну ну как, все, ты сволочь. 85. Ладно. Ну, Гренку здесь придется тратить. Вот после просмотра трансляции, обычно довольны результатом. Ну, по крайней мере, по XCOM. 1-0, наши все-таки выиграли. Ай, молодцы. Ай, ну мне как бы все равно, если честно. Уклонение, защита, ультразащита, 7 защиты. У-у-у. И первый ученый. И следующая миссия — это спасение сопротивления сторонников. Карта большая. Сюда у нас пошли тоже более-менее... Ну, там последние три лемминга, кажется. И трое нормальных пацанов. Типа рейнджер, гранатометчик и снайпер, если мне память не изменяет. Плюс у них есть еще там бронебойки. Смотрим. Да, нас шестеро, действительно. Бонич, лемминг. Вот они наши. Офигеть. Мега неудачный эвак. Мега неудачный эвак. А, черт. Да, опять вот сейчас рандом будет 50-60%. 43. А надо пытаться. Ну, потому что мы в рамках этого хода его, если что, убьем, даже несмотря на негативные штрафы. Так-то он нас так и так спалит с высокой вероятностью, так что с богом. Ну, конечно. Ладно, 95. Верный-виверный выстрел просто. Будем пытаться дрон убивать, точнее, брать под контроль. 60, берем! Есть! На-на! Дроны, они друзья! Они за нас! Ей! Орел говорит, чатик, мое почтение, насколько победно продвигается. Максимально победно! Максимально! Максимально! Максимально. Ей! Освободи, так сказать, повстанцев наших. О, навык взлома 40, очень нужно, очень, прошу, давай! Есть! Ва-а-а! Блин, это редкое событие. Десятка постоянного взлома. 50, 60, 60, 70, 7, 8, 8, 9, понимаете? Оно вот так работает. Это очень круто. О-о-о-о. Окспер, надо запомнить. Красава. Все, мирные побежали. Как будто спулил кого-то.
Не успели. И снова подкреп. Представляете, вот плюс-минус два хода, и все. И ты... И ГГ. И ты уже не уходишь никуда, скорее всего. Потому что там такой сварм идет, дикий. Все, ушел. Хорошо. Обошлись без ранений, повысили специалисту навык взлома, спасли всех мирных, захватили дрона. Это несмотря на не очень удачное начало, ну, как обычно, короче говоря. Возвращаемся домой, сейчас не забудем трех сторонников сопротивления отправить всех на разведданные, для того, чтобы получать больше информации, еще больше информации о миссиях. И у нас засада. Эвакуируем. Так, что у нас? У нас возвышение, у нас эвак. У нас здесь возвышение есть слева. Наши товарищи находятся далековастом. Да, с этим можно повоевать, на самом деле. Там первый же выстрел сразу снайпшотает. Но меня больше интересует... Вот он, вот он, вот она проблема. Если это полный ход, то ГГ. Нет, да, наоборот. Хорошо, здесь работаем. Почему бы не поработать, если можно поработать, правильно? Бах. Здрасте. Плюс у нас ножи не забываем, мы можем фланговать. Пытаюсь я флангануть одного упыря. 78. Хорошо. А, шанс обнаружения 0? Гарантированно остается в тени. Что? Я понял смысл ножей. И умер. От кровотечения. Там еще кровотечение дает. Этот подходит. Следующий гад. Ой, это не... Фланг? Как? Ах ты пес. Он успел весь дом пробежать. Блин, жопа. То есть это начало проблем серьезных у меня здесь на этой миссии. Тогда мне придется инициировать этим товарищем. Погнали. Нож. Минуснул сразу, вообще. Круто, там крит еще с ножа. Не, ножики мне определенно нравятся. Так, этот забирается, пес. Это хуже, не факт, что я успею спуститься и забраться. Здесь тоже постреляем. 54, он нас не флангует, поэтому можем порандомить. Нет, так нет. Ладно, два человека. Так, здесь ножик на этого. 88, бросок из тени. Опа! Лутецкий, шикарно. Тут без run and gun мы уже идем убиваем этого. Плюс берем лут. Не, вообще чистенько. Одно ранение получил, но... Я не рассчитывал, что чувак за один ход сможет... Ну, за два хода сможет все бежать понизу и меня шотнуть. Так, видите, все хорошо зачистили. Всех девятерых. Погнали. Окей, улетели. Одно ранение. Взаимосвязь сейчас укрепим, кажется. А, нет, у них уже была укреплена взаимосвязь. Это мы за материалами или за сплавами. Три повышения. Внимательность для Overwatch. И, к сожалению, ранение. И рейд за материалами. Один день. Понятненько. Ну, а что делать? Я не знаю. Я вроде сканил 9U, по максимуму сканил, но я не могу сейчас за рейдом. А стало быть, мне нужно валить вообще отсюда, я не могу валить. Очень сильно не повезло, почему я его так обнаружил-то поздно? Давайте посмотрим, что по рейду. У нас тут 6 человек шло на эту миссию. Мы без коверта, без скрытности, но у нас есть ниндзя. И наша задача, конечно, здесь собрать как можно больше материалов. Раз, два, три... 4 и вак всего лишь. Есть ниндзя, и он должен идти разведывать как можно активнее. Если они дальше уйдут, а они возвращаются, ну все тогда. Кажется, увидели, да. Недалеко, не разбегайте далеко. Так, это взрываем, минус офицер. Овер, овер.
Овер. Нехорошо. Очень даже нехорошо. Бочка, дебют, раз. Дальше, скорее всего, верный выстрел просто для того, чтобы снять Overwatch. Хорошо. Не палить ниндзям. То есть этого убрать гранатой. Пофиг на лут. Левого засопрессить. Ну, потому что слева еще может быть пак. Мне нужно... Соответственно, здесь сопресс, чтобы ниндзю не подставлять. Можно чуть подойти, типа, на следующий ход, чтобы флангануть его. Ну, слушайте, здесь надо врываться уже. Это раз. Раз, два, три. Варианты. О, я тут крейт уничтожаю, да? А может быть, надо было еще ход покуковать, потому что, видите, я не могу здесь ничего сделать особо. Ну, я здесь гренку сделаю, безусловно. Вот какую-нибудь такую. Вот такую. Чисто, чтобы подготовить. Сократи говорит, ура, добрался к вам Михаил Чимандер с богом. Беляш, привет. Хорошо, что не убил. Действовать будем в следующий ход. Я закину здесь дымчанский. Ну, потому что там двое стреляют, не хочу рисковать. Ладно, он не попадет, дым. Ну, маловероятно. Попало ранение. Здесь ножиком дорезаем этого упыря. Красиво. Открываем сундучок. Набор ресурсов. Они очень нужны, учитывая то, что мы сейчас с вами выходим в лазерное оружие. А сплавов у нас что? Правильно. Нет. Я не могу. Или могу? Могу. А поехали. Все, в рубашке пошли. Этот флангуется. Этого мы режем. Этого не, нас не будут фланговать, потому что мы дальнего должны убивать. Не факт. Сначала пробуем... Ну, самое опасное — это пулеметчик. Так, верным выстрелом этого дезориентируем. Пробуем так. А, сопрессить же можно его. Верным мы добьем его, наверное. Наверное, да, верным же. Это ж верный, наверное, добьем. 100% изи. Соответственно, тут... тут мы его сопрессим. А здесь фомбичем уже уходим. Ну хорошо, остался не такой опасный товарищ. Он убегает, не флангует. Но все равно может покоцать, гад. Ну что, надо пытаться этого резать. Изи. Он же мастер клинка, он же для этого и брался. Все. Подкрепы принимать. А зачем? Из них ни дропа, за них опыта не дает. Если ты всех на карте убил, то от подкрепа вообще смысла нет никакого. Ранение, тем не менее, одно получили. И 63 материала. Немножко сплавов 5 штук. Кристалла Элерия. Расширенный магаз. Молодцы. Я реально думаю, может быть, мне сделать уже какое-нибудь строение. Минималку. Уничтожь ретранслятор пришельцев. Погнали. Ой. А я с двумя снайпами. Трындец. Так, друзья, это очень сложная миссия будет. Я не прочитал нормальное описание. Ретранслятор будет простреливаться где-то отсюда, да? Но проблема в том, что я взял двух снайпов на миссию, на которой... Снайперы не решают. Управление. Пытаемся. Да, берем, пытаемся. Аркады.
Да, понеслась. Выходим из консилда. Убиваем дроном. Ну, здесь с бронебойными убиваем, скорее всего, его. Но этот ход я пропускаю. Чтоб не напороться на следующую пачку. И подкрепа пошла. Капец. Да, видите, кавер сняли. Видно, что у одного укрытия сняли уже. И это офицер, кажется. Да, это офицер, хорошо. Да, здесь кавер. Ой, в смысле, сектоид. Есть ранение. Так, два человека, это нормально. Еще овер. Пять, ой, почти сектоида замочили. Пробили. И он на овер стал, не забудь. Есть, вот, все, уже можем стрелять по... Вот, дверь надо было открыть. Я подозревал, что есть какая-то вот... Есть какой-то нюансик. И все, мы сможем, по крайней мере, работать по... снайпами. Нам даже не обязательно вперед продвигаться сейчас. Ладно, давайте. Проверяем еще врагов. Врагов нет. Здесь лучше дуплетиком. 4-8, очень высокая вероятность убить. Убиваем. Ну все, в целом я не пойду дальше, потому что не хочу с подкрепой иметь дело. Постреляю, убью цель. Все, мы можем эвакуироваться. Позволили нам не ломиться вперед на третий пак, а спокойно расстрелять цель и спокойно эвакуироваться с места. Вопрос, тебя уже штурмовали, вроде рандомные события в этом месяце. Первый месяц, я думаю, спокойно все. И тут опять засада. 20%, блин. Погнали. Спасаем. Может быть, это не так плохо, если тебе удается такие миссии проходить. Это же миссии без требования на проникновение. То есть ты четырех людей берешь и отправляешь их на миссию. Без траты времени. То есть они пришли, ушли, все. Если у них нет усталости, то, пожалуйста, можно спокойно продолжать дальше. И сразу спул. Неприятный офицер. Ой, здесь людей терял. Маскировка, и сразу маскировка минус. И это плохо. Так, ну... Что мы делаем? Я бы взял жнеца сразу в тень. И побежал бы навстречу. Типа смотреть, где кто у меня здесь поблизости есть. Видел Да, погнали. Ну, может, хорошо, так мы хотя бы постреляем пару раз. Есть царапину у псионика. Так, это гренка на одного. Овер, хорошо. Хорошо, нормально. Соответственно, здесь у нас граната пошла раз. Граната! Извините. Очень жестко. Снимаем овер, снимаем кавер, снимаем все вообще, снимаем. 88. Кидаем нож. Не выходя из консилда. Оп, крит. О-о-о-о. Не обнаружен, хорошо. Бежит и ног какой-нибудь. Дезориентация. Ранение есть. Ну, поэтому я и испугался, когда увидел. Опа, следующий пак. Сектоид. Обнаружение. Хорошо, с пулей. Теперь будем активнее действовать ниндзей и этим. Это же все? Это 7. Не факт, что все. Кидаем ножик. Ну, вообще неверняк. 3-4, 40 крита. Промах. Это проваль. Чисто ради экспы. Вот, но у него постоянно проблемы какие-то. Вот, поэтому в игре, когда револьвера ты видишь, ты уже думаешь, блин, сейчас начнется. Ставки 3-2-2. Ну, эти тоже, кажется, были на нем.
Дальше. О, рейд за материалами второй. 3 часа. Вы издеваетесь? Как? 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 Бдительность уже 5. Надо отсюда валить. После лазерного оружия делаем сразу этим. Новая цель. 5 дней. Вот уже незначительное. Новобранец, новобранец. Спасите сторонников сопротивления. 3 новобранца. Очень большая карта. Сюда надо ниндзя посылать. Захватите предмет на объекте. Но незначительно. Скорее всего, разведданными буду глушить. Сюда я полечу основной группой людей. Ну, потому что нам нужны сплавы на первое лазерное оружие. А оно вот сейчас уже вот-вот будет готово. Разведданных нам хватит, чтобы подключить новый регион. Взломайте терминал. 10-12. Еще не поздно скипнуть эту миссию. 25 ходов. Нет, я не полезу туда. Слишком рандомно это. Но я стараюсь не пропускать секретных заданий. Все у меня заняты люди. При том, что не было потерь и всего лишь 3 ранения. Собрали сплавы и 22 кристалла ресурсов. Ну, надо центр связи, подключать новый регион. У нас разведданные есть. Подключаем регион. Валим в новый регион. Здесь на конспирацию. И пробуем вот таким образом прожить. Что делать? Получение данных. Разведданные. Не знаю, подсканю в регионе все равно. $11. И странники. Внимательность, дополнительная защита в Overwatch'е. Давайте посмотрим следующий. Воздушные патрули снижают способность обнаружить активность пришельцев. Понятно. Давайте странников тогда приказ сделаем, чтобы их шотать с первого раза. 7 материалов. Сейчас полечу, блин. 7 материалов, Карл. Ну что, первая миссия. Спасите, помогите, новобранцы. Отряд у нас 1 человек, Антон Беляков, он ниндзя. Сейчас такое начнется. Господи. Есть, средства связи с сопротивлением взяли. И... что дальше? Улучшенная лазерная? Или эксперименталку надо делать? Потому что уже есть у нас... эксперименталка нужна. Там топовые вещи. Там еще есть человек в убежище. 100 разведданных, 3-4 дня, все. И валим туда, валим, валим. Валим, валим, валим. И там разведданные как раз, все, переносимся туда. Ну, напоследок, конечно, хотелось бы здесь по это самое, по... странники, да, могут появиться. Госпиталь готов. Все, 7-9, погнали, пытаемся 3 новобранцев спасти одним ниндзя. Это сложно будет, но вдруг повезет. Это изи. Поэтому сначала эвак, а потом смотрим уже, сможем мы. Ну, 3 новобранца — это очень круто. Это большая редкость. Вообще-то. Видите, хуже. Сейчас дверь. Открываем, смотрим. Дверь. Открываем, смотрим. Никого. Взлом пошел. Возможно, такие миссии реально нужно с этим идти, с специалистом. Так, хорошо. Ай! Они уже у камер, в камерах. Овер, хорошо. И подкрепление. Изи-пизи. ГГ по ГГ. Еще 7 баксов отжали у мирного. Ой, молодцы, молодцы. Бастет. Бастет у меня тут. Безупречно. Одним человеком. Одним, Карл. Одним. Так, окей. Что дальше? Дальше мы... ну, это только первая из 4 жестких миссий, которые нас ждут. Доступные ресурсы, спасибо. Рейд за материалами. 10-12, слушайте, не 13-15. А почему так? Ладно. Все равно нас будет всего 4. Это очень же злая миссия. Это первый рейд, который нам дали более-менее нормальный. Типа там на 4, на 5 дней. До этого было 3 часа.
И что-то еще типа полтора дня. Так, у нас есть, во-первых, возвышенность неплохая, да? Куда в целом мы можем даже заманивать врагов. Кажется, я увидел уже кого-то. Так, хорошая новость, что есть дроны, которые мы можем захватывать с высокой вероятностью. Плохая новость, что есть змея, которая бесячая, как не знаю кто. То есть мы ломаем ближнего. Погнали. Фланг, плинг, ну хватит подсказывать, друзья. Что там за выкрики из зала? 7-4, давай, родной. Есть. Дрон за нас. Сразу исключили товарища. Змею. В первую очередь пытаемся ушатать раз. Отлично. Далее выстрел, скорее всего, по дрону с аэропатронами. 80. Ай, молодцы! И этого флангуем, убиваем. Скорее всего, даже виверным выстрелом. А нет, зачем? Минус первый пак плюс захват дрона. Шикарно. У-у-у. Пока если кто-то не отошел. Нет, этот, ножи прекрасная вещь. Ножи прекрасная вещь, только вот... Пошел пси. Контроль срабатывает, меня захватывают. Но он стоит на месте. А что, он вообще никуда не пойдет? О, он вообще никуда не ходит, лол. И виверным выстрелом добиваем этого. Блин, ребята вчетвером могут справиться. Ну, минус уже 5 человек. Ну и плюс 6, можно считать, что этот дрон, скорее всего... Эвак есть, если что. Если что, валим, друзья. Плюс фулка... Капец, как мы разобрались, а! Ну, жнец топовый. Жнец топовый. Хорошо, что я на за новую фракцию начал. Хотя бы посмотрел, насколько хорошо он... Там и кровотечение, и там ничего не делает этот противник. Очень хорошо. Overwatch. Есть, убили. Может, это все? 10 человек? Похоже. Рейд с 4 людьми закрыли. Без ранений, безупречно. Красавцы. Да, инопланетные сплавы, кристаллы, материалы. Трупы, элитный приклад для снайпера. Прекрасно. Кэш данных, псионика. Вайпера встретили, солдата, трупы. Так, захватите предмет. Воздушные патрули, эффективность мстителя. Она мне как раз нужна для следующего этого. Ладно, погнали. Здесь у меня народу много. 5 человек. Анклав. 3 гранаты. Я его не сломал бы, будучи в консилде. Хотя надо было как-то пробовать. Может быть, рейндж больше брать. Да, зря поторопился. Это неправильно сделал. Можно было еще в инвизе посидеть какое-то время. 50%. Есть. Дрон наш. Очень люблю спецов. Тем не менее, я подошел бы сейчас на полходика. Несмотря на то, что дрон пока никак нам не помогает. Короче, надо... Ой, и вспулили уже. Плохо. Ой, плохо. Ой, очень плохо. Фланг. Нет. Гренку надо сюда кидать. Вообще их нужно ушатывать. Возможно, массовый сопресс на них. То есть удар милишником я еще переживу. А вот два выстрела в фланг, хрена с два. Добыча уничтожена, но нет, это не важно. Блин, я в такой аркаде сейчас. Капец. Ладно, проверяй раз. 98. Вдруг крит убьем. Хорош. Далее. Здесь у нас граната пошла. Капец на тоненького. Такие миссии просто. Еще где-то пак. Но у меня будет следующий ход. Одна граната останется. Пофиг на добычу. Пофиг. Вообще пофиг. Короче, надо попытаться снять стенку или часть этой самой стенки. Хоть как-то. Может быть... Наверное, вот так надо брать. Ну, у него есть подрывник. Теоретически он может снести, но я не знаю, сколько здоровья у разного типа стенок. Последнюю гранату кидаю. Сняли вроде что-то. Ну! Тихо.
Ни хрена мы не сняли. Минус миссия. Валим отсюда. Ну, получили опыт какой-никакой. Главное сейчас свалить просто отсюда. Валим с этого региона, блин, проклятого. Хватит, хватит, хватит. Все в конспирацию, все сидят. И будем следить, как уходит со временем бдительность врага. Как усыпляется она. Мы же сейчас начнем активничать в другом регионе, и туда силы постягиваться будут. Нормально так начинается месяц. Покидаем регион, там все, все в подполье, конспирация полная. Там где-то лежат ресурсы, 7 баксов. Мне говорят, возьми 7 ресурсов. Мы прилетаем в другой регион, там повстанцы, все разведданные, информация о миссиях появляется. И тут сигнал, что... Короче, много разноплановых, классных, интересных миссий в лонгворе. В этом, конечно, большой плюс по отношению к классическому лонгвору. Там было меньше разнообразия в плане миссий. То есть там были разные типы НЛОшек, сели-сбили, террор, миссии совета. Все, по сути, все. С богом. Спулили нас или нет? Нет. И там у меня ниже есть маскировка, это хорошо. И здесь маскировка. Не торопись только, пожалуйста. Что в следующий ход, если мы сделаем разведку ниже нормально, то мы можем их спокойно ушатать с двумя раннинганами. Так, ну здесь гренадеры надо подводить всяко. Они идут фактически навстречу нашим. А эти... Сейчас меня увидят. С очень высокой вероятностью. Бах! Промах, промах. Чик-чик, блин. Ну что? Хорошо, что они ко мне подошли. Здесь оглушение. Два мы делаем оглушение. Не выстрел, потому что у меня нет гарантированного крита. И мне лучше его гасануть, чтобы потом двумя штурмовиками справиться. И мы можем, например... Здесь подлутать, а заодно сделать разведку. Глушь. Они возвращаются, скорее всего, сейчас со спулях. Да? Нет. Опасно! С одной стороны, да. Напрашивается, конечно, это дикое. Так, здесь лучше подойти и выстрелить. Потому что 85 это не 100. Не, сможешь. Ну, эта клетка типа не занята. Бах. Два. Ну и подкрепы не забываем. Нам нужно двигаться сейчас будет активно. Они где-то к паку прилетели. Пол, кажется. Это пол. Пол. Этого стоило ожидать. И подкрепа там же. Ай, нет! Суки, а? Нет! Ну а чего вы стали? Дикое ранение. На, естественно, на крову протек... О! Взлом! Блокировка! Захват, 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 захват ли? Или отключить лучше? 70. Контроль пробуем взять. Давай, родной. Нет! Собака! 70% не... О-о-о-о! Дрона я не убиваю. И протокол помощи я не юзаю. Какая миссия! Господи, какая миссия! Какой валидол! Отлично, добьем сейчас верным. Гарантированно. Но мы спасли Кроу. Мы спасли Кроу. Кажется, далеко упали. Ух. Дракфейс говорит. Михаил, хватит мучить пришельцев. Представь, ведь где-то скучает один Фейерлорд. Фейерлорд за нас играет. Два милишных могут догнать меня. Сейчас посмотрим, где они резнулись. Очень далеко. Не, не догонят. Нас не догонят. Убегаем просто всеми на фул, на эвак. С точки зрения надежности я там правильно поступил. Первый трай все еще тот самый первый, который был в самом начале, после этого ничего не было, конечно. Это самый первый трай. Первый трай на победку. У нас ниндзя один, да, два ранения. И элитный глушитель, приклад, резкость зрения для снайпера нужным. И еще два левелапа, скорее всего, ну, опыт, короче говоря.
Здесь 147-9 уже. Погнали. Тут у нас жнец плюс снайпер. Задача жнеца проскочить при помощи обилки. Задача снайпера добраться до ивака просто. Может быть, можно было и жнецом соляного эту миссию попробовать пройти. И это, возможно, было бы безопаснее. Так, убить человека мы можем вот отсюда. То есть с респа. С ивака, точнее. Как бы нам подойти? Подходить будем слева, пожалуй. Вот отсюда. Жнец побежал. Если что, он может благодаря обилке уйти в инвиз. То есть он не так сильно боится. А, там мирные. 70. Калечащий. Блин, нет! Ну, ГГ. Сейчас жнеца гасят, и все. И это минус 2. И Макс справа еще пул. До свидания. Блин, ну дрон такой паскуда, просто мразь. Мать, подчеркивание, Макс 2 поддержал ваш канал на 100 рублей. Дезориентация. Мимо. Я смотрю, вы дерзко. Нет. Ничего не боитесь. Пожалуйста, выживите хотя бы как-то ход. Хотя бы как-то. ГГ. Права. Это, кажется, первая наша потеря вообще в игре. За эти все миссии. Ну, жнец хорош. Возможно, если бы даже... Если бы не было Бонича, жнец бы сам справился. Но мы как будто все, что было сгенерено, мы это сразу обнаружили. И, соответственно, может быть, имеет смысл в таком случае... Ну, то есть нет смысла разведывать. Видите, мы три миссии нашли сразу же, которые были сгенерены. Больше ничего пока нет. Везде работает бригада из 6 человек с лазерным оружием, по крайней мере. Так что здесь у нас будет больше тактической темы, чем такой полуаркады разведки. Да, всех солдат эвакуировать, прям в тюремные камеры. Это 4 сторонника сопротивления здесь у нас. Это очень жир хороший. Эвак очень плохой. Очень плохой эвак. Не самый плохой, но плохой. Как мне туда заходить вообще? Ну, есть двери. Но мне кажется, это вообще другое здание, не? Нет, это все то же здание. Это огромное здание. Это огромное здание. Видим, отсюда дрона сможем оценить шансы. Ну, я бы начал с попытки его взломать. 50%. Погнали. Чуть не дотянули. Сейчас будем его убивать. Ну, у нас есть бронебойные темы. Главное, чтобы сейчас никто, кроме него, не прилетел. Ну, подлетай, гад. Хорошо. Да как так-то? Я ж проверял. Нормально все будет. Ой, у меня же лазерное оружие. Приятно. Сейчас поймаем. Лови, Михаил. Убежал. Промах. И... Тра-та-та-та-та-та-та. А он что-то не туда бежит, не? Может, он не добежит? Нет, добежал. Живой? Без сознания нарисовано. Слышь, вставай, ты чё? Это вроде лемминг был. Да, его даже не ранили, хорошо. Критично, да, ладно, мсти. Он под крепом меня беспокоит очень. О, лут. Это будет жестко. Так, в первую очередь ломаем. Ломаем спецом. Пытаемся их засопрессить.
снижает стоимость контакта. Большой кэш разведданных. Стоимость контакта хорошо. Погнали. Есть. Мне даже кажется, это полезнее, чем большой кэш разведданных. Ну, то есть, там все равно будет в пределах двадцатки. А снижение — это 33. Плюс вероятность выше. У нас 6 в этом регионе. И мы первую же миссию получили такое количество народа. Можно овер, пожалуйста. Блин, я не знал, что... Ну, они все видят просто. Они все видят. Они мапхакеры сраные. Уже в который раз... Под дезориентацией он нашел способ, блин. Твари. Под дезориентацией, Карл. То есть он не видел этих товарищей. Он видел только двоих. Тем не менее, пошел и... И склеил мне меч. Не-не-не, какой огонь по своему, ты дурак? Я не понял. Мы же там ничего не убрали. Она должна была быть видна, как и была видна раньше. Неразрушимое укрытие, обожаю их. Ладно, 70%, что по той попадем. Есть. Лут не берем. Все, друзья, отличный сегодня трай, лучше, чем остальные. Мы почти не фейлили миссии, мы выполняли такие задания, что просто, просто, и не получили никаких негативных тем, типа рейдов. Все, вовремя ушли, в шху вернулись, дошли до лазерного оружия. Сейчас у нас будет зона испытаний. За где-то два с половиной десятка миссий. У нас только парочка миссий была зафейлена, и один человек погиб. На этом XCOM заканчивается, безусловно. Благодарю вас за внимание. И сейчас будет ластецкая соколика. Ладно, все, пока, друзья.